мы продолжим тему пробок в нашем следующем репортаже. Музыкант Сергей Тененбаум и архитектор Юрий Грошев очень любят пить вкусные напитки, но еще больше собирать от них оригинальные пробки. За 20 лет пробочная коллекция друзей так разрослась, что выселила их из любимой комнаты. Но Юра и Сергей стали клеить пробки к полкам шкафа, чем и сэкономили место. Свои бесценные штучки коллекционеры пересчитывают каждую неделю, дабы иметь покой и сон. Ведь пробковое богатство уже удостоено строки в Отечественной книге рекордов Гиннесса и уже претендует на мировую. Кстати, к октябрьским праздникам друзья-итальянцы прислали Юрию и Сергею ценный подарок – пробку с изображением флага Советского Союза. Зубастая чаровашка оказалась в коллекции 12-тысячной. У нас на сегодня все.